Если сегодня природа подарила теплый солнечный день, то становится радостно вдвойне, потому что в первый день лета во многих странах отмечается Международный день защиты детей. В городском доме культуры «Олимп» для юных губкинцев была подготовлена развлекательная концертная программа с веселыми играми и зажигательными номерами. Песню «Звездные дети» исполнили Екатерина Лузина и Ульяна Михайлова. Своим вокалом также порадовала юных зрителей Виктория Карамаринова. Вскоре на сцену вышел мобильный трудовой отряд главы города Губкинского «Мы строим будущее». Это 45 бойцов, которым предстоит летом поддерживать наш город чистым и уютным. Глава администрации города Сергей Бурдыгин принял рапорт от командира отряда, объявил открытие трудового лета и поздравил губкинцев с замечательным праздником. Дорогие ребята, уважаемые родители, я в первую очередь хотел бы поздравить вас с Международным днем защиты детей, пожелать добра, мира, благополучия вам, вашим близким, замечательного настроения. Очень здорово, что вместе с таким праздником в один день у нас начинается не только календарное лето, но и трудовое лето. Поздравила мобильный трудовой отряд главы города и общественный помощник уполномоченного по правам ребенка в Ямал-Ненецком автономном округе по городу Губкинскому Маргарита Посадская. От себя лично и от имени уполномоченного по правам ребенка в Ямало-Ненецком автономном округе Виталия Орешкина поздравляю всю губкинскую детвору с замечательным, добрым, радостным праздником – Днем защиты детей. Мне хочется пожелать только одного, чтобы ваше детство, ребята, продолжало оставаться беззаботным, ярким, радостным. С целью профилактики преступности, наркомании и иных асоциальных тенденций в молодежной среде специалистами учреждения молодежной политики разработана межведомственная профилактическая программа «Дети двора», в основе которой находится организация досуга на летних дворовых площадках. Вожатые проекта «Дети двора» представили танцевальный номер. Праздничная атмосфера царила и на площади у Дома культуры «Олимп». Для детей там были организованы различные тематические площадки. Излюбленной оказалась карусель. Одними из гостей праздника стали две козочки из клуба «Гармония». Работал прокат спортивного инвентаря. По площади разгуливали ростовые фигуры. Прохладный ветер не смог испортить праздничное настроение как детям, так и взрослым. Ну, я тут кушаю вату, катаюсь на велике. Мне тут нравится. У меня очень хорошее настроение, и мне очень нравится праздник. Первый день лета, хоть и снег лежит, все равно настроение хорошее. Пришли, чтобы ребенок посмотрел, пообщался с детками, вот хоровод водят. Очень интересно, очень хорошо, что такие праздники проводят для детей. Но День защиты детей – это не только веселый праздник для самих детей. Это и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны. Элиас Капралов, Денис Гонцов, новости Губкинского.